дни празднования комсомольского юбилея радио принесло радостную весть. Снова в космосе советский человек. Известие о запуске космического корабля «Союз-3» стало главной новостью планеты. Корабль пилотировал летчик-космонавт, герой Советского Союза, полковник Береговой Георгий Тимофеевич. Свой путь в небо он начал 30 лет назад. 17-летний ученик электрослесаря совершал свои первые полеты в Енакиевском аэроклубе. Вскоре он уже курсант Луганской школы военных летчиков. Война. За отвагу и героизм, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, летчику-штурмовику Георгию Береговому было присвоено звание Героя Советского Союза. В мирные годы Береговой – летчик-испытатель. Он летал на 63 самолетах разных типов и конструкций. За заслуги в освоении новой авиационной техники Береговой удостоен звания заслуженного летчика-испытателя СССР. В 1964 году осуществилась заветная мечта Георгия Тимофеевича. Он был зачислен в отряд космонавтов. Береговому 47 лет. Он самый старший из космонавтов. Упорство, воля, крепкое здоровье помогли Береговому пройти сложнейший цикл тренировок по космической программе. За четверо суток полета летчик-космонавт Береговой успешно выполнил обширную программу исследований и экспериментов в космосе. Говорит космонавт Герман Титов. Что касается значения запуска космического корабля «Союз-3», и программы научных исследований, то хотелось бы отметить прежде всего тот факт, что «Союз-3» маневрировал на орбите, совершал сближение с космическим кораблем «Союз-2», и космонавт Береговой выполнял целый ряд пунктов программы научных исследований. И я думаю, что материалы, которые получены во время полета «Союза-3», после того, как они будут обработаны, они дадут большую пользу для конструкторов, для теоретических наших исследований и для практики будущих космических полетов. Полет 10-го космического корабля – еще одна яркая страница, вписанная советским народом в историю освоения Звездного океана.